Сейчас мы вам представляем картину, которая называется «Голландская провинция». Здесь 19 предметов, которые соединены в одну группу, говорящую о том, как варится горячий шоколад на голландской кухне. Вот какао-бобы, вот меленка, вот чашечка, вот все приспособления. И, конечно же, голландская картина в виде гравюры, которая показывает, где это все происходило. Порт Амстердама принимал корабли со всего мира. В общем-то, эта работа большого размера, 70 на 100. И здесь мы сделали несколько новшеств, одно из которых называется трафарет. Мы взяли вот этот вот жбанчик керамический и сделали трафарет узора, оригинального, настоящего узора, набивая вот этих вот, это жуки-скоропеи, да, которые катают шар, и мы набивали это через так называемый трафаретный оттиск. Что мы еще здесь новенького сделали? Мы, конечно же, использовали соль в подмалевке для того, чтобы разработать специальную патину. Патина – это там, где не дотрагивается краска до холста, а там, где остаются вот эти солевые копии. И немножко, конечно, сахарка использовали в нижний подмалевок. Ну, естественно, конечно, что все предметы этого натюрморта составляют единое целое композиционное развитие по горизонтали.